сорт острого перца Аджимахиро. Этот сорт относится к виду Capsicum chilensis. Это китайский стручковый перец. Срок созревания такого перчика 90 дней. Довольно ранний сорт. Такие вот кустики. Они у меня маленькие. Они вот, если сравнить мою руку, видите, вот такой вот кустик. Вот они растут у меня между томатами. Света им попадает очень-очень мало. Хотя высота такого куста может достигать от 60 до 90 сантиметров. Но у меня здесь, не знаю, сантиметров, наверное, 20. Вот этот кустик, вот который рядышком у меня, вот он. Этот вообще, я не знаю, тут, наверное, сантиметров 10, наверное. Около 10 сантиметров. Смотрите, сколько он навязал перца. Такие вот перчики. Они такого оранжевого цвета. Стрички. Хотя они могут быть больше в размере. Ну, так как у меня места под посадку очень мало, у меня вот такие вот перчики. Вот такой вот высоты они. Острота такого перчика от 30 до 60 тысяч единиц. Но это совсем немного. Это тонкостенные стрички с лимонным ароматом. И чем-то напоминает лимон. Вот такие вот красавцы. Такие растения многолетние. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. Вот смотрите, какая высота кустика. Это вообще миниатюрно. Я же говорю, здесь на сантиметров 15. И очень и очень большое количество плодов. Вот если посмотреть внизу, смотрите, сколько их тут. Вон, попадали у меня. Веточка отломилась. Вот. Ну, такой вот миниатюрно махоньком кустике. Ну, вообще объем от моей, если взять мою руку. Видите, тут практически миниатюрные. Здесь около 60, может около 70 даже. Вот таких вот миниатюрных маленьких плодов.